Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать ставить эксперименты друг на друге в Майнкрафте. Да-да-да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями. Только благодаря вам сумасшедшие ученые продолжают убивать друг друга. Да, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите продолжение. Поэтому давайте наберем как можно больше лайков, и я буду убивать Жеку еще как можно чаще. Да, Жека? Да, компаньон, поехали. Куда ехать? Куда ехать? Вот ты в ту сторону, поехали. Понятно, потом потерялась я. Я тупая. Давай, компаньон. Сегодня Жека пойдет на охоту в дикий лес, и тут у него будет, как это называется, оборотни, вервульфы, то есть много кого странного в этом лесу будет, поэтому сегодня посмотрим, как Жека сможет поохотиться на вот этих педо-медведей, потому что у него тут есть снайперская винтовка, как Жека сможет пройти мои испытания там, где есть капканы, вот капкан должен быть, вот тут ТП попадет, ой, капкан только. Он почему-то невидимый, вот капкан должен быть вот тут, и капкан должен быть где-то вот тут. То есть много всяких способов умереть. Поэтому, ребята, посмотрим, сможет ли Жека пройти карту, которую я построил в сегодняшней серии. Почему я смеюсь? Потому что Жека там что-то обосрался в чате, когда я стал на вот этот капкан. Жека написал в чате то, что он чуть не обосрался вот этого звука, потому что он тоже вот это все слышит. А поэтому, ребята, давайте сначала пройдем к Жеке на карту, посмотрим, насколько он сильно обосрался, а потом вернемся ко мне на карту. Поэтому, ребята, давайте. Добрый путь. Ну что, Эдуард, перед съемкой, компаньон, вы готовы умереть от кинопроизводства? Я готов, давайте, покажите мне что-то новенькое. Вот что-то, Эдисон, сегодня... Сегодня. Ты должен будешь умереть вот в этой вот комнате. Ты у нас превратился в муравья, я тебя уменьшил. Я же самый умный ученый, да, сумасшедший. Ой, опасно. Ты должен умереть. Эдисон, в общем-то, чтобы тебе умереть, подожди секундочку, не тыкай там. Да я ничего подожди. не тыкаю. Чтобы тебе умереть, тебе нужно залезть в телевизор и получить разряд тока. Понимаешь? Разряд тока. Ага. Ну для этого тебе нужно, во-первых, туда залезть, а во-вторых, тут провод поломался, вот тут смотри. Где? Вот здесь. Тут провод тут поломался, его нужно починить. И, собственно, починишь и сможешь сдохнуть, отъехать, умереть. Ага. И как мне его починить, компаньон? Ну, вот ищи, ты можешь делать все, что ты захочешь, если все, что я захочу. Вот все, что захочешь. Подскажите, компаньон. Нет, подскажу, Эдисон. Ну, так... для начала попробуй попасть в телевизор, попробуй. Ты сейчас нашел парашюты, правильно? Да. Пока что их не использовать, я скажу, для чего они потом нужны. Ага. Вот. Ну, как бы да. Так, а вот тут что такое? Комната. Какая комната? Эдисон, я тебе так скажу, все пароли от дверей ты уже знаешь. И тебе нужно лишь подумать немножечко и понять, какой же пароль. Я тебе так дам подсказочку, это страшная комната. Почему страшная? Какая же это комната? В ней происходят ужасные вещи. Страшная? Страшная, Эдисон. Ну и что, не подходит? 666 не подходит? Нет. Ну ладно, тогда оставь это потом откроешь, страшная, не переживай. Тебе сейчас это не страшно. Так, хорошо. А вот это что такое? Это что? Это просто какая-то тумбочка. Просто тумбочка, в которой, может быть, что-нибудь лежит. Может, что-нибудь лежит. Так, а вот это что такое? Ага, это типа диски под телевизором лежат. Вот, ты можешь тут залезть. Ага, только нужна карта. Много паролей, у тебя тут всякие карты. Нужна карточка, Эдисон. Нужна карточка. Ну. Ага. И где? Ищи карточку. Может быть, она в этой тумбочке, например, вот этой тумбочке. Где? В этой тумбочке. А как я туда залезу? А вот попробуй. Для этого тебе нужны парашюты. Но парашюты не просто так тебе нужно использовать. Тебе нужно разбежаться вот здесь вот, Эдисон. Тебе нужно разбежаться и нажать пробел, а потом только активировать парашют. Да вряд ли. Как? Да. Давай. Я тебе все тестировал, как бы я тебе просто даю. Тут? Я тебе даю просто капец какие подсказки, ты сам давай вот теперь уже что-нибудь попробуй. Ага! Ага. У тебя почти получилось, Эдисон. Тебе нужно залезть на ручку, на дверную ручку. Ну, да, прикольно. Давай. Опа. Молодец, Эдисон. Ага. Так, а что дальше? Запрыгнуть нельзя. Видимо, да. Нужно через нижний проход. Давай, Эдисон. Давай, молодец. Теперь залезай. Да пошел ты в сраку с этими всякими... Так, хорошо, я еще дойду. Ага, это откуда было?
Да, нужно вспомнить, откуда же это было. Откуда же это было? Вроде отсюда? Это было, да, от телевизора, от телевизора. Просто так ты умереть не сможешь, я тебе напомню, тебе нужно починить провод. А! Жека, когда ты научишься люк нормально ставить? Все, не могу ничего делать, я застрял. Можешь. Нет, я не могу ничего делать. Это специально можешь. Я и застрял, ты понимаешь? Ну ты можешь, попробуй открыть снова. Когда ты научишься ставить вот эти люки? Да, да, в каждой серии специально. Да, 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 конечно, конечно, конечно. Эдисон, ты молодец, ты нашел какой-то телевизор, но ты не можешь запустить электрический ток, потому что провод не починил. Тебе нужно вначале починить провод. Вот. А, да, спасибо, спасибо за то, что поставил. Только еще один как бы блок. Надо, чтобы перепрыгнуть вот это. Так, ну давай, перепрыгивай. Эдисон, давай, тебе нужно починить провод. Починить провод, да, починить провод нужен. Так, хорошо, хорошо. Для этого тебе нужно открыть три секретные двери. Ой, три секретные двери. Что-то тут настроил какое-то непонятное, все такое непонятное. Все, Эдисон, понятно, это просто микромиры. Блоки тебе нужно ставить вот на это красное стекло, если просто напомним. Красное стекло, так. А чё, куда еще не заходил? Куда еще не заходил? Ну попробуем, может, в крипера как-то зайти, не знаю. Или там в сундук. Я не знаю, попробуй, как хочешь. Крипера, да? В крипера и в сундук. Да, попробуй. Тут все на видном месте, ты не ищи какие-то скрытые проходы. То есть вот крипера, в нем что-то есть, я тебе так скажу. Тебе нужно только в него залезть. Ну может, хорошо, и как мне залезть? Может в пасть ему залезешь, мне кажется, в пасть вот прям нормально получится у тебя. Опа, получилось. Так, Эдисон, давай. Ага. Ага, молодец, Эдисон. И опять пароль. Эдисон, я теперь небольшая такая загадка. Ты знаешь это число. Ну. И обычно это число пишут на шапочках. И в этой шапочке сидит крипер. Молодец. На шапочках пишут. Видишь, так, хорошо. Шапочки. Ну да, 228, я понял. Так, и куда вот это все ставить? Вот сюда, да? Вот вообще вот сюда, ну ладно, вот так вот. Ну хорошо, дальше. И тебе нужно еще два блока. Так, а вот тут что такое? Подсказку. Что-то тут все такое адское, мне кажется, что-то адское должно быть. Адское. Ага, ясно. Ага, так, отлично. Да. Так, и последнее. И насчет последней, я вот тебе еще когда строил, говорил, мне интересно, смотрел ли, я тебе напомню, это есть такой фильм. Комната, и вот там дальше циферки. Комната. И в ней происходят очень странные вещи. Ну ладно, так как ты не смотрел, скорее всего, тот фильм, я почему-то думал, что ты смотрел. А что за фильм? 14:08. Не, не смотрел. Не смотрел, но там типа комната, в которой происходят различные страшные вещи. Не смотрел. Все, давай, Эдисон. Проходи, бери. Не смотрел. Надо посмотреть. Кстати, прикольненький фильм. Все, Эдисон, молодец. Я готов умереть. Давай. Чини провод и залезай снова в телевизор. Залезай в телевизор и нажимай. Ой. И нажимай на кнопочку, которая активирует этот телевизор, и тогда, возможно, ты умрешь от тока. Возможно. Я хочу умереть. Ну ты точно умрешь от тока. Сраные твои люки, паскуда! Ой, молодец, Эдисон! Эдисон, давай! Нажимай! Нажал! Что такое? Это ты меня убил. Нет, это ты умер от тока. Там не было никакого тока. Это ты, Жека, ты все подстроил. Его не подстроено, Эдисон. Ты молодец, ты умер от электричества. Ну хорошо. И все, компаньон, я готов пройти на вашу карту. Готов? Пошли. И все, компаньон, я готов умереть. Компаньон, давайте заходите. Быстрее. В общем, компаньон, тихо. Я слышал. Вот тут я проводил исследование в этом лесу. И слышал, что тут водятся какие-то странные существа. Вервульфы, знаете таких? Я вижу педобира. Но это не страшно. Они, конечно, тоже страшные, я согласен. Но тут водятся оборотни в этом лесу. Поэтому, компаньон, если вы сегодня хотите сдохнуть, надо найти вам оборотни, понимаете? Ага, я понял. Давайте, компаньон, проходите. Эй! Ой, давай! Дверь открыл, давай. Ага. Ну давайте, педобиры пропустят вас. Давай. Ну рано или поздно пропустят. Вот там сделают свои дела и пропустят. Ой. Нет! Все! Помогите! А что помогите?
Помогите. Ну все, не надо было их бить. Да, все, все, ну давайте, давайте. А можно все-таки их бить? Нет, нельзя. Нет, нельзя, ну ладно, хорошо. Так, их надо не бить, их надо убить. Понимаешь, компаньон? Надо убить? Убить. Поэтому у вас тут есть башня, видите, башню? Ага, я понял. Залезай, залезай на башню. Драгунов? Драгунов есть. Не, ну смотри, 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 выбор. Или ножик, или винтовка. Что тебе пригодится? А? Все, молодец, молодец. Так, а складывай, складывай вот это все обратно, складывай в сундук. А что, почему ты? Складывай в сундук. Все, ну Я просто выкину. Убил педобиров. Все. Все, вали отсюда, вали. Так, так, подожди, 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 подожди. Там слишком опасный лес, слишком опасный. Надо так просто идти туда. Я жду, я зашел, просто осматриваюсь. Ну давай, я смотрю. Вот я слышал, компаньон, я слышал, да? Тут в этом лесу есть капканы. Вот старые охотники тут оставили много капканов. Может, вы сможете умереть от капканов? Может, ты сможешь? Мне кажется, капканы как-то меня немножко не убьют. Я все-таки знаю, как работает механика Майнкрафта. И капкан... Что там? Почти убил. Вот именно, а может ты еще один сможешь найти, Жек? Да, я быстрее отрегениваюсь. Если я с ней разденусь, конечно, возможно, я умру. Надо попробовать. Где еще капканы? Ну мне кажется, вот смотри, тут есть дверь, да? Надо найти выход. Точнее, надо найти ключик от этой двери, понимаешь? Ключик. Да я вот пытаюсь, я ищу в процессе. Я вот помню, где я спрятал один ключик, а вот второй не помню. Или помню. А нет, я помню, где я его спрятал, помню. Вот. А вот где-то вот тут, в этом лесу где-то есть один ключик, Жека, ключик. Это наверху он должен быть, я не могу понять. Нет, в листве его нету, я дам подсказочку. Он есть в воде, я понял. Ну, кто его знает? Я долго искал на твоей карте твои сраные проходы, ключи и вот это все, поэтому давай ищи без подсказок. Давай. Так, хорошо. Я не знаю. Ну, ты поищи. В этом лесу, я сказал, в этом лесу. А, в этом лесу. В этом лесу. Ты мне такие там задания делаешь, что я сам еле догадываюсь. А тут самое банальное, где только можно его спрятать, ты не можешь догадаться, где он. Эйсон, я тебе на каждое испытание давал подсказки. Ладно. Ты просто слепошарый. Жека, вроде зрение у меня плохое, да, мне надо очки, но ты вообще слепой, как я вижу. Да в смысле, где? А, ну блин, тут как-то вообще не видно. Ага, все, отлично. Молодец. Давай, да, проходи. Так, хорошо. Угу, второй нужен ключ. Все, второй нужен, да. Второй нужен. Угу. Нужен второй. Угу. А где второй? Второй. А второй вот где-то вот тут. Вот есть одна идея, да? Вот не зря там педобиры стояли, не зря. Да, не зря они что-то охраняли. Подсказочку. Они что-то охраняли, они точно что-то охраняли. Нет, предыстория. Один педобир был так еще тем конченным вором, понимаешь? Он крал все, он воровал там многое всякое, там воровал. Он своровал ключ. Вот что-то там своровал, а вот ты его застрелил. Ага, что он своровал? Ну, в смысле, ну ты его застрелил, он ключ уронил. Ну, там я вроде проплыл везде, нигде не значит, нет, не везде проплыл, потому что я вижу ключ прямо сейчас. Да как? Я реально что-то со зрением, я не вижу ни ключа. А, это вот он? Да, это вот. Слепошары у нас, Евгений, очень слепошары. Давайте, Евгений, так, давайте. Все. Ну тебе там легко сверху смотреть, да, я ничего да, не вижу. Да. Давай, проходи. Так, я слышал, в этом лесу есть еще капканы. Где-то. Не, наверх нельзя. Не. Хорошо. О, капкан! Я не умер. Так, Жека, смотри, оборотни! Ты нашел их! Так, ну все, тебе нужно открыть. А как их открыть? А где ключ? Подожди, я сам не помню. Я, в принципе, могу как бы перепрыгнуть, но ты не разрешаешь. Или можно перепрыгнуть? Нет, нельзя. Понаставил тут сам лян, и мне теперь тут путаться. Нельзя перепрыгивать. Нельзя! Я могу как бы сделать вот так? Не, так нельзя. Тут нельзя? У нас, конечно, ну, выделяется один блок, опять выделяется, опять слепошары, Евгений, выделяется. Не выйдет. Вижу, вот. Ну,
другой стороны, типа. Да... Ничего не могу понять. Ты дурак? Вот вот. Я думал, нужно бугать тыкать. Всё, кстати, открываю вервульфов. Ну что, Жека, да, ты... Они какие-то как статуи, они меня не бьют. Да, они тебя не бьют, поэтому, Жека, вот помнишь, там ножик был в первой локации? О, я так и знал, такой, выбирай, ножик или пушку, я такой, да что-то... Ну и... Давай. Жека, их надо будет, их надо разозлить, а? Понимаешь? Это же я оборотни, понял. Надо разозлить, пощекотать их немного ножичком, вот тогда они на тебя сагрятся, поэтому давай, все, Жека, давай, Я бегу за ножичком, да, сейчас. Молодец, молодец, давай, давай, быстро, забирай. Можно даже Драгунова взять, мне как бы все равно, можешь их убить. А там нет Драгунова уже. А, ну он где-то на земле должен быть, я же его выкинул. Ну ничего страшного, ничего страшного. А я не мог Драгуновым их застрелить? Точнее, их разозлить. Ну, ты б их убил, наверное, мне кажется, вот этим Драгуновым. А, да? А сам себя ты не можешь убить? А почему ты поломал тут? В смысле? Ну, ты тут поломал блок. В смысле поломал? Чё, ничего не поломал, так и было. Нет, тут было два блока, я не знаю. Нет, да. Нет, ничего там не было. Конечно. Взял, поломал там тихо-втихаря, думаю. Чё не было, ничего не было. Так, ну Жека, идите давай. Сюда, говнюки, давай! Злив, давай! Всех, и вот этого давай. На, давай! Ой, смотрите, одного завалил, Жека, завалил одного. Давайте, там, давайте! Там капкан был. Давайте, бейте меня! Какой капкан? Они тебя бьют, не бьют? Как-то вот бьют. Очень слабо, но надо раздеться. Ну, надо раздеться. Я вообще не умираю, Эдисон. Да? Да, что-то прям вообще вот никак не умираю, мне сразу регенится. А не надо было капканы использовать, Джека, все. Не надо было. Вот сейчас будешь долго и мучительно смерть у Жека умирать. Какой мучительно, я даже в принципе не умру, потому что у меня... А, нет, вроде сейчас нормально начал. Да, вроде сейчас нормально. Ну ты, Жека, да. поищи, может где-то еще тут в принципе будут капканы. Кто его знает, Джека? Кто его знает? Я в этом очень сомневаюсь, конечно. Ой! Я же испугался. Да, нашел капкан. Мне понравилось, прикольно, я сдох. Необычненько так. Про эти капканы я вообще ни разу не слышал, ну ладно. Ну ладно, вот. Опасные. Новые капканы, Опасный лес, Жека, опасный. Видишь, нашел я оборотни. Очень опасный. Поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на этот видос, если хотите продолжение, да, Жека? Да, и можете, конечно, отдать мое тело науке, все мои науки, да. И да, поэтому, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.